Так, я всех приветствую. Мы сейчас немножечко подождем, когда к нам побольше присоединятся девочек, мальчиков. Всех ждем. И напишите мне, пожалуйста, как меня видно и слышно. Если что, у меня есть с собой наушнички, я могу их взять. Всем привет. Моя зайка, мне очень приятно, благодарю. Леночка, напиши, пожалуйста, как меня видно и слышно. Вот. Или поставьте мне сердечки, чтобы я понимала и осознавала, что все идет отлично. Всем привет. Так, и я еще хочу... Добрый день, все отлично, все тогда прекрасно. И можно вас кого-нибудь попросить, чтобы вы написали тему нашего прямого эфира, как бы нам ее охарактеризовать и назвать. Ну, давайте так мы и напишем. Как полюбить жизнь без сахара? Давайте, наверное, как-нибудь так. Вот, потому что... Так, слышно хорошо, видно периодами как-то размыто. Так, это плохо. Но я сижу на одном месте специально для того, чтобы успеть и не опаздывать провести данный эфир. Я провожу его прям сидя в машине. Вот, я сейчас на самом деле была на массаже, поэтому... Я немножечко в таком плавающем состоянии, но я постараюсь себя собрать, настроить, вот, и поделиться с вами тем, что знаю. Так, супер. Сейчас мы сохраним, перекрепить комментарии. Леночка, я вас бесконечно благодарю. Все, у нас тема эфира появилась. Вот, сейчас была на массаже, я вчера рассказывала о том, что я начала курс, у меня такой новый сейчас опыт, называются триггерные массажи. Я ни разу в жизни, большой спектр массажей посвящен триггерным точкам, но здесь прям конкретно. И сегодня это я вам рассказываю для того, чтобы немножечко побольше людей к нам сейчас присоединилось. Вот, и сегодня массажи каждый день, и сегодня был массаж, который был еще снабжен банками. И мне мой врач говорит: ну вы не против, если будут небольшие синячки? Я говорю: да нет, конечно, это же все во благо. И когда я встала, посмотрела на свою спину, а у меня синяки вот такого размера. Как я смеялась. Я просто, мне кажется, я минут 10-15, пока там пила чай, я не могла успокоиться. У меня просто, меня переполнял смех, потому что я говорю: вы же сказали, будут маленькие синячки. Это что? Вот, ну, в общем, Машенька, здравствуйте, моя хорошая. Это было очень-очень весело. Вот. Ну что, давайте начинать. У меня еще, знаете, какая ситуация необычная, не понимаю, с чем это связано. У меня всегда, когда я провожу прямой эфир, здесь же есть такой глазик, где показано количество людей, которые присутствуют в эфире. И у меня всегда процентное соотношение того, что мне показано, и то, когда я выключаю прямой эфир и сохраняю его, это просто какие-то два разных космических пространства, потому что вчера мне показывало, что в прямом эфире два человека, а когда я его закрыла, было около 50. Думаю, как так? Потому что я же смотрю, люди добавляются, 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 а у меня отображалось два человека. Думаю, ну как такое может быть? А закрываю, на вашем эфире, в вашем эфире присутствовало столько-то зрителей. Очень странно. Вот. Так, ну что? Давайте мы с вами пообщаемся, как я и обещала, раскроем тему сахара, да? Почему тема данная возникает и возникла, чтобы именно поделиться в прямом эфире, потому что практически всегда это единичные случаи, когда клиенты не задают вопрос: Анечка, каким образом вы не едите сладкое? Или же, как во время обучения, когда я даю рекомендации,
по улучшению там своего здоровья и так далее, я всегда акцентирую свое внимание на то, что какой вред оказывает данный вид продукта. Но с чего бы я хотела начать? Я бы хотела начать с того, что у каждого человека есть свой такой измерительный градусник, который подсказывает ему, что для него норма, что для него во благо, а что для него происходит как в виде разрушения. Да? И могу сказать единственное. Да, вы, кстати, все мне пишите, я обязательно... Обязательно потом все прочту. Вот. Поэтому к данной теме, мне кажется, мы приковываем свое внимание с самого детства. Нам в детстве, ну, быть может, в моем детстве это не было столь актуально, да, а вот сейчас уже как бы такое более новое, да, более молодое поколение, я бы так сказала, мне кажется, все ставят акцент на том, что нужно уменьшить количество сладкого, или там сладкое вредит нашему здоровью и так далее. Все об этом говорят. Но по факту до корня не доходит никто, чтобы полностью перестать употреблять данный вид. Да, и на самом деле это все происходит до поры до времени. На каком-то промежутке вашего жизненного пути появляются такие обстоятельства, которые так или иначе они вынуждают и пробуждают вас начинать саморазвитие, начинают вас, показывают, скажем так, путь, а какое питание для меня является благостным, да? А какое питание меня разрушает, а какое, наоборот, во мне вызывает прилив энергии, прилив сил. И можно проследить, допустим, если взять полгода, какое количество инфекционных или каких-либо болезненных ситуаций было в плане там ОРВИ, да, каких-нибудь гриппозных таких явлений, скажем так, связанных с проблематикой в нашем здоровье. Вот. И в один прекрасный момент, я это, знаете, как называю? Я это называю дар свыше. Я это называю любую болезнь как наш самый главный учитель. Я воспринимаю болезнь как благо. И как такой, знаете, как акцент, который... фокус внимания, на что нам необходимо уделить. Причем болезнь может быть одна, а она настолько начинает в нас трансформировать, нас развивать, в нас пробуждать такие невероятные явления и осознания, до которых мы бы сами не дошли. Почему? Потому что, несмотря на то, как человек живет, в какой он осознанности пребывает, порой есть такой момент, как элементарное понятие зависимости. И вот когда зависимость присутствует в нашей жизни, неважно, пищевая, это зависимость от окружения, от окружающих взглядов, от окружающего мнения, да? Это зависимость от спиртного, да, от чего бы то ни было. И вот когда... человек с этим сталкивается, курящие люди, я думаю, что меня понимают, о чем я говорю, да, что очень сложно взять и вырвать из себя тот корень, который, он, конечно, нас разрушает, но это тот корень, который перешел в стадию невероятной привычки и именно зависимости. Я к этому отношусь именно так, без приукрашательств, каких бы то ни было. Вот. И, соответственно, тогда нам в помощь приходит какая-нибудь такая очень сильная болезнь. В моем случае я буду рассказывать про себя, да, делиться своим исключительно опытом. В моем случае таковой болезнью стала железодефицитная анемия. Когда я с ней столкнулась, это произошло такое, знаете, как гром среди ясного неба. Я была больше 8, где-то 80 лет, я не употребляла мясо, но в этом эфире я не буду затрагивать данную тему. Если она вам интересна, пишите, я проведу отдельный эфир, да, чтобы я сконцентрировалась сейчас на заданной нашей тематике, да, проблематике. Вот.
И я была зависимым человеком. Я употребляла сладкое, я обожала сладкое. Все мои ученики об этом знали. Любые, не знаю, на консультации, любые праздники мне всегда несли шоколад, какие-нибудь сладости вкуснейшие привозили девчонки. Там кто-нибудь летит за рубеж на отдых, возвращаются, приходят на консультации или на практики, или там на обучение живописи, и мне всегда демонстрировали свою щедрость, даря мне то, что я любила и обожала. Вот. Зная, причем, это нужно такое небольшое отступление, я всегда считала, что лет так с 22, мне сейчас 36, это просто вдруг кто-нибудь не осведомлен, я считала, что я на очень правильном питании. Вот прям на очень, да, потому что я не кушала, мне казалось это правильным, не употреблять мясо, мне казалось, что я там не кушаю жареное, там всевозможные соусы и так далее и тому подобное. Вот, и мне казалось, что у меня все вообще отлично. Вот. И когда я столкнулась с данной проблемой, а данная проблема сопровождается головокружением, ну и кучей-кучей там слабостью, очень-очень много всего, там такой обширный спектр. И я была в поиске специалиста, который бы мне мог помочь, и мне моя подруга, которая живет в Украине, посоветовала одного диетолога. Девочка, она обучается и обучалась у одного из самых крутейших докторов в Сингапуре. У нее опыт, стаж ведения консультаций индивидуальных, он просто огромен. Вот. И по ее рекомендации я стала сдавать всевозможные анализы. Вот. Перед ней была целостная такая картина моего организма. И прежде всего, какое она мне лечение назначила, помимо всего прочего, это тотальный отказ от любого сладкого, от спиртного. Ну, дальше, опять же, не буду, да? У нас сейчас тема только посвященная сладостям. И не просто отказ. Она мне сказала на протяжении, вот, девочки, чтобы не соврать, это было 1.5 года назад, вот даже больше, мне кажется, где-то 1-1.5 месяца, она мне даже не разрешала употреблять мед, сухофрукты, и у меня было ограничение в фруктах. Вот. Ну, представляете, человеку, который зависим, который признал, осознал, и осознавал это давно, да, что уже пора с этим делом завязывать, и это было невозможно сделать. Здесь тут такое говорят, даже мед нельзя. А мед, ну, как бы... Мы позже по поводу меда поговорим. И наступил момент, когда я осознавала. Или я хочу дальше жить, существовать, а не существовать, да жить в полном объеме, дарить радость, любовь, позитив, свою энергию как себе, так своим близким, так своим уже последователям, учителям, ученикам, да, учителя. Сами в энергии, да, ученикам, я поняла, что нужно брать себя в руки и находить те пути, которые меня смогут привести к полному, тотальному оздоровлению. И вот именно в тот момент я приняла решение, что я изучу тему сладкого и спиртного на все, вот прям, чтобы у меня даже не было малейшего желания сахар. А многие, знаете, мне как говорят, я говорю, вы употребляете сахар? Я сразу там сканирую человека, вижу его проблематику. Он говорит, нет, вы что? Я говорю, а тортики вы кушаете на праздники? Конечно! Но вы понимаете, да, у людей есть просто ассоциация сладкое, сахар. Это только что ты должен взять чашку чая и туда добавить там 5 ложечек сахара или 1 ложечку сахара. Так вот нет, мои родные, в чае, естественно, никакой сахар никогда не добавляла, но мы говорим про именно
сахаросодержащие в себе продукты. Вот. Даже сейчас я улыбаюсь, когда я вижу, допустим, в магазинах там здорового питания или в кафешках здорового питания, там все без сахара, на фруктозе. Ну, как бы разницы, чтобы вы правильно понимали, нет от слова совсем. И попозже я вам объясню, что, в принципе, можно употреблять для сохранения здоровья вашего организма. Вот. И тогда я стала изучать данную тему очень глубинно, очень подробно, и я поняла, что какой урон я несла себе и какой урон я несла своим близким. Допустим, за взрослого человека я не несу никакую ответственность. У каждого человека, да, каждый человек, он несет ответственность только за самого себя. Но, на мой взгляд, мы сами несем ответственность только перед нашими детками. Да, это те люди, которых мы родили. И все-таки их здоровье отчасти на первоначальном этапе жизненного их пути зависит исключительно от мамы с папой. Но от мамы большая степень, конечно. Вот. Изучив это все, у меня, конечно, так вола. Это, знаете, как когда ты живешь в такой, я называю это, иллюзией, самообман. Ты вроде как знаешь, что сладкое — это плохо, да? Но ты говоришь, ну, я же его употребляю в небольших дозах, да, в небольших количествах. И как бы мы тем самым обманываем наш мозг, и он думает, все окей, все отлично, да, все нормально. Любимые мои, вы периодически еще ставьте сердечки для того, чтобы я понимала, что вы меня слышите, вы меня видите, и эфир идет, да, вот. Или просто периодически пишите. Вот. Так, вернусь к моей мысли, о чем я говорила. Поэтому, когда я изучила данный материал, просто вот весь его объем, насколько возможно, я, конечно же, стала внедрять видоизмененную систему мировоззрения на этот счет, и постепенно я это все внедряла и применяла непосредственно на своем сыне. Вот, тоже, если интересно, вы напишите, у кого есть детки, я могу поделиться, да, как это все происходило. Хотя я об этом рассказывала. Прошу прощения, сейчас попью водичку. Об этом рассказывала на своем YouTube-канале. Ну, правда, видео старенькое, поэтому тема актуальная сейчас. Вот, когда я изучила спиртное, многие, не нужно мне сразу же сказать, вот скажу, вот в плане спиртного многие мне говорят: «Аня, так большое количество врачей говорят, что вино — это полезно, пониженное давление, коньячку немножечко мы выпили, и давление стабилизировалось, перешло в норму». Не нужно мне об этом писать, потому что я знаю немножечко глубже, и общаясь поистине с мастерами, профессорами и врачами очень высокого ранга, мне каждый говорил, что спиртное, во-первых, они не пьют, и его нужно не просто исключить там и оставить только по праздникам, а исключить на постоянной основе и на всю свою жизнь. Поэтому у меня информация совершенно иного характера. Но про спиртное мы тоже сегодня не будем, потому что, мне кажется, в сердцах людей это может вызвать немножечко негодование, да, и бурю каких-нибудь неправильных эмоций. Я этого не хочу. Вот. Мы только обо всем благостном. Вот. Поэтому, когда я поняла, какой это трэш, как я губила свое здоровье, я, конечно же, перестала полностью его употреблять. Но теперь стоит следующий момент. Что есть и как быть, и как же я к этому дошла? Вот этот момент меня просили раскрыть, раскрываю. Моя рекомендация. Я так понимаю, что сейчас люди собрались только лишь те, которые на осознанном уровне хотят уже
исключить, да, сладкое из своего рациона, из своего питания, поэтому рассказываю исключительно для вас. Делюсь своим опытом, но это не панацея. Соответственно, да, вы также должны включать свою осознанность, и, быть может, у вас что-то будет рождаться еще более гениальное и более классное. Прежде всего, я против того, когда говорят просто «нет» и «этого нельзя». Все мои ученики знают, что я очень такой системный человек, да, я применяю как систему, мне нужно это все осмыслить, мне нужно, чтобы наш мозг понимал, что там происходит, да, ну и, конечно, интуитивное чувствование, без него никуда. Так вот, моя рекомендация — это посмотреть все фильмы на YouTube-канале, которые в открытом доступе с названием «Сахар». Их достаточно, ну, мне кажется, насколько я помню, около 4-5, и они такие совершенно разные. Есть фильм, который прям просто идеальный, который, знаете, как делает так, что у тебя начинают волосы так шевелиться на твоей голове, и ты думаешь: о боги, а как я жил раньше, и что же я сотворил, да, со своим организмом, я сам своими ручками, да, своим мозгом, что я мог вообще, как я мог ранее относиться таким образом к своему здоровью. Да, любимые мои, все, кто присоединяется сейчас, я вас бесконечно благодарю, но обязательно потом пересмотрите эфир сначала, потому что вступительная часть была очень-очень большой. Я делилась личным своим опытом и каким образом я дошла до того, чтобы сахара больше не было в моей жизни. Вот. Поэтому обязательно к просмотру данные научные фильмы для того, чтобы не просто вы сказали себе: все, нет, я там на какую-то диету сажусь, больше сахар не буду, а именно для того, чтобы у вас произошел сдвиг в вашем сознании и чтобы ваш мозг начал осознавать, а что же от меня хотят, потому что все находится вот в нашей матушке-головушке, да, которая должна быть сонастроена с нашей физикой, да, с нашим телом, чтобы все реакции были запущены наиболее благоприятным для нас образом. Вот. Дальше. Что я сделала? И это тот пункт, который, к сожалению, очень многие вообще убирают из своего внимания. Я создала такую атмосферу, то время, которое мне было положено, даже не употреблять там мед, сухофрукты и так далее, я дождалась, когда он пройдет. Я в это время изучила тотальные научные исследования, как наш мозг разрушает, как сахар разрушает наш мозг, наши клеточки, что он творит с нашей печенью, с поджелудочной железой и так далее. Все. У меня было такое глубокое изучение. Вкратце скажу, я вам лекцию здесь читать не буду. Происходит ужасное последствие от нашего сахара. Но я думаю, что человек любознательный, человек осознанный, он самостоятельно начнет изучать данную тему, чего я вам желаю. Но я уверена, что меня смотрят только осознанные люди. Вот. Дальше. Я поняла, что у меня такое было, как интуитивное видение и чувствование, что если я сейчас своему ребеночку скажу, любимому: «Зайенька, мы раньше кушали зефирчик, полезный, вроде как, мне казалось, так более или менее, да? А теперь у нас зефирчика дома не будет». Ну, как бы сложно, да? И что я сделала? Я начала очень плавно, очень мягко нивелировать те продукты, которые составляли вот рацион питания и гробил наш организм, я их стала просто заменять продуктами, которые я стала самостоятельно производить своими ручками у себя на кухне, которые были без граммочки сахара. И сейчас мы как раз придем к тем продуктам, которые
скажем так, они не разрушают наш организм, они дают нам ту самую глюкозу, которая необходима, потому что сахар и сладкому, да, это огромная рознь, это такая между ними огромная пропасть. Так вот, я оставила мед, это, опять же, повторюсь, да, для тех, кто не присутствовал в начале прямого эфира, я еще использовала рекомендацию очень высококвалифицированного врача-специалиста. Я оставила мед, я оставила сухофрукты. Так буду пить, потому что я постоянно пью. Прошу прощения. Я человек пьющий, пьющий водичку. У меня здесь вода с лимоном, а здесь свежевыжатый сок. Морковка, яблочко и имбирь. Вот. Дальше. Да, сейчас договорю. Итак, мед натуральный, качественный, дальше сухофрукты, конечно же, фрукты, потому что многие считают, что они-то даже к сладкому мы их и не относим, да, это как отдельный вид, на самом деле это тоже сладость полезная нашему организму. И еще мне врач разрешил единственный подсластитель, это фит-парад номер 7. И я его прошу не путать просто с фит-парадом, я его прошу не путать с другими видами подсластителей, потому что именно только лишь этот подсластитель, он на природных ингредиентах. Да, там эритрит, это вытяжка из кукурузы, стевиоз, это стевия. В общем, это единственный вид, который я использую именно для выпечки, который не поднимает уровень нашей кровушки, да, и не оказывает на нас пагубного влияния. Вот. Соответственно, что сделала я? Я научилась готовить шоколад, потому что если раньше мы кушали, и я кушала, да, посмотрите обязательно начало прямого эфира. Я там искренне призналась во всех своих грехах. Если мы его кушали, ну, могли даже ежедневно, да, на постоянной основе, я поняла, что я должна взять этот шоколад и заменить его на другой, но тот, который будет приносить нам благость. Соответственно, я придумала при помощи манипуляции, невероятного множества проб и ошибок прошло у меня на кухне, но я вывела идеальный шоколад. На YouTube-канале Welcome рецепт в доступе, в открытом. Он на основе кэроба, это рожковое дерево, но которое с огромным спектром витаминов, и никаким образом не вредит нашему здоровью, а наоборот, дает нам кайф, бодрость, состояние такое вот радости и позитива, еще плюс наделяет нас большим количеством витаминов. Поэтому на основе кэроба, на основе там кокосового молока, ну, в общем, там целый-целый такой спектр вкусняшки, и у нас на постоянной основе данный шоколад всегда был в холодильнике. У меня не было такого момента, чтобы как только мне захотелось сладкое, мне нечем было его заменить. Вот это самая главная ошибка всех, кто пытается. У меня девочек такое количество клиентов, кто мне рассказывал, что «Анечка, нам говорили, что уже прям показатели, нам нельзя его употреблять». Но мы никак не могли вот взять и от него полностью отказаться. У нас были срывы и так далее. Это все происходит по неграмотности, из-за того, что вы просто взяли и отрезали. А моя концепция, то, до чего дошла я, своим таким интуитивным чувствованием, это не нужно отказываться, это нужно плавно взять и заменить. Ну вот, поэтому шоколад. Дальше я научилась готовить капкейки, такие кексики из цельнозерновой муки. Да, я в то самое время отказалась от белой муки. Сейчас могу ее использовать буквально там в крошечном пропорциональном таком соотношении, когда выпекаю хлеб, и когда ребенку хочется не черный, да, не темный хлебушек там ржаной, цельнозерновой, а так, чтобы он хоть немножечко был, но светленьким. Вот.
Так, возвращаюсь к своей мысли. Капкейки. Я их научилась готовить на основе как раз фит-парада. Это то, что вызывало бурю эмоций, радости, удовольствия у всех членов семьи. Следующее. Я научилась готовить всевозможные морковные пироги, которые также куча там было морковки, там как коса, кокосовой стружки, немножечко цельнозерновой муки и все. В общем, я начала методом проб и ошибок, да, фиячить на своей кухне и находить те рецепты, которые я могу вот так плавно взять и заменить кардинально всю ту гадость, которая употреблялась ранее. Вот, параллельно с этим все фильмы такого научного содержания мы смотрели вместе всей семьей. Всей семьей. Лежа в постельке или там перед едой я включала данные видео, и мы их смотрели, мы их просматривали. И когда я уже увидела, что у моего ребенка полностью, он мне задал вопрос: «Мамочка, а как же быть?» Там из серии у нас в садике принято на каждый день рождения приносить там подарочки, да, каждому ребенку. И он говорит: а как же быть, нам всегда приносят Барни и сок. А он посмотрел и узнал о том, что не просто мама ему морали чтения читала, вы понимаете разницу, а когда человечку постоянно другие люди на правильном, хорошем, грамотном языке это все объясняли. И тут такой вопрос, на что я ему говорю: родненький, но ты же сам берешь ответственность за свою жизнь, ты же сам берешь ответственность за свое здоровье, и ты должен сделать выбор и вывод. Ты будешь брать это или отдашь воспитателю. И когда в очередной раз там были праздники, и он выходит с этим Барни, с этим соком, он говорит: мамочка, где здесь мусорка? Я говорю: сын, а зачем? Он говорит: нужно бежать, это выбрасывать. А я говорю: так отдай Ирине Анатольевне, Ирине Анатольевне, утром, Карине Георгиевне, отдай ей. На что он мне говорит: мамочка, а я не хочу, чтобы она умерла, я не хочу, чтобы у нее были проблемы с печенью. Это уже появляется осознанность. И, соответственно, до сих пор уже полтора года ребенок мой сладкое не кушает. У нас есть единственное правило, это именно в его день рождения мы ему заказываем. Он говорит мне: мамочка, ты мне закажешь химический торт? Я говорю: сына, без обсуждений. Это у нас была договоренность еще тогда, вот полтора года назад, что один раз в году он его кушает. Во все остальное время ребенок это не ест. Но что я еще сделала? Я купила, побежала атлас, книгу «Атлас всего нашего организма». Так, мои золотые, а как я должна понимать, когда у нас должен закончиться прямой эфир? Я так разговариваю, поговорить я люблю. Вы не знаете, Леночка, еще скажите, сколько вот у вас сейчас, прям сию секунду, написано количество людей, которые нас просматривают? Напишите, пожалуйста, потому что у меня точно данные совершенно искажены. Вот. И да, всех приветствую, кто сейчас присоединяется. Обязательно прослушайте прямой эфир потом, с самого начала. Вот. Был приобретен этот атлас. И мы с ним каждый вечер начинали изучать анатомию нашего организма. Где печёночка и какие процессы с ней происходят, когда туда попадает сахарочек, где там у нас сердечко, как там у нас сосудики по организму проходят и так далее. И он стал понимать. Причем этот момент, ну, скажем так, в моем случае он не доходит, да, там, до какого-то маразма, в том плане, что я прекрасно осознаю, что он учится в садике, что в каше добавляют обычный белый сахар. По этой причине у меня ребенок с самого рождения кушает кашки только дома перед садиком. И завтракает только дома, вот, в эту кашку добавляю только медик,
им все и варится она на водичке. Идет час, а мы с вами в 4, все отлично. Благодарю вас. Вот. По этой причине это очень-очень важно, чтобы, ну, скажем так, все было осознанно. Не так, что вы себе сказали, все, я больше сладкое не ем, да, а чтобы была обязательно замена этого продукта на благостно содержащие продукты. Вот у меня сейчас, да, специально достала вам показать, вот в таком контейнере я всегда вожу сухофрукты. Здесь уже у меня остался только инжир, вот, здесь был финик, изюм, чернослив. Дальше я нашла еще один шоколад, я вам сейчас покажу. Единственный, который, это по моему мнению, исключительно по моему мнению, потому что те шоколады, которые продаются в магазинах здорового питания с Кэрогом, их есть невозможно. Они не то, что невкусные, они невкусные от слова совсем. Тем более после того, как единожды ты попробовал тот шоколад, который ты приготовил своими ручками по моему рецепту, поверьте мне, вы его будете кушать и думать, господи, как же эту... как бы невкусную вещь можно кушать. Вот. Я нашла единственный шоколад, вот можете сделать скрин, гагаринские мануфактуры с хорошим составом. Данный шоколад, он идет на меду, это не реклама, ясное дело. Вот. И здесь масло какао, мед, какао тертое натуральное, имбирь, корица, черный перец, мускатный орех, гвоздика, зеленый кардамон, белый перец, анис, бадьян. Ну, как бы здесь огромное множество всевозможных разновидностей специй, вот, и это единственная такая палочка-выручалочка, когда хочется сладкого, особенно у нас, у девочек, да, есть понятие гормонального фона, у нас есть определенные дни, когда происходит повышение, да, такого состояния, небольшой ранимости, да, состояние, когда мы ну, переходим в такое состояние небольшой меланхолии, да, мне не хочется думать, что там кто-то злится, какие-то такие моменты происходят, но какой-то дисбаланс мы все равно его ощущаем. И, естественно, да, в данный период времени возникает желание скушать что-нибудь сладенькое. Так вот, такой вариант, когда он быстрый, да, его возможно быстро взять и воплотить, и употреблять, мне кажется, это просто великолепная такая альтернатива у нас получается. Вот, поэтому подведем итог, да, что ни в коем случае не нужно ни себе, ни своим близким говорить понятие, что вот сейчас мама пришла такая умная, да, и теперь все, мы ничего не употребляем из сладкого. И такого хоп, состояние дисбаланса произошло на уровне психоэмоциональном, да, ни в коем случае. Мы учимся вначале исследовать данную тему очень глубоко. Мы пересматриваем все научно-исследовательские фильмы совместно с ребенком. Данечке тогда было, сейчас ему 6, а это было 1.5 года назад. Ну, как бы вы понимаете, да? Детки, они осознанные. Они уже, ну, было бы ему 3 годика, я бы в 3 годика давно бы нашла бы тот подход и тот язык, да, на котором он бы смог воспринимать данную информацию. Вот, поэтому просматриваем, все смотрим, осознаем, смотрим это не один раз, а пересматриваем до того момента, пока вы не увидите сдвиги в сознании ваших близких, да, вашего ребенка. Дальше обзаводимся обязательно энциклопедией, атласом и изучаем с ребенком детально строение организма, весь наш организм, для того, чтобы это было не просто на словах, да, а осознанно. И обязательно самостоятельно своими руками начинаем готовить дома, использовать те продукты питания, которые поистине будут приносить благость и нам помогать. Вот. И я не устану повторять, что все начинается с нас. Женщина — это, в принципе,
какое-то такое, вот я до сих пор, да, по ощущениям, по энергетике, это такой сверх какой-то человек, на мой взгляд, который может менять миры, который может своим сознанием производить такие сдвиги невероятные, о которых просто в здравом уме человек даже подумать не может, а на самом деле это все делает женщина, да. Она может все. Вот на мой взгляд, она все может, потому что у нее есть самое главное. Это источник ее, источник любви, да, ее сердца. И это то, с чем она может делиться. Когда она наполнена, да, когда она в любви, когда она в таком намедитированном состоянии, она начинает тонко-тонко чувствовать, что хорошо, что есть благо для вас, для вашего близкого человека, а что есть настоящим ядом. И она может все сделать. Я это убедилась на собственном опыте, да, я это вижу, какие сдвиги мышления произошли у моего ребенка. Вот многие всегда задают вопрос, а как ваш муж, он также не кушает? Вот это то, с чего я начинала в самом начале. Каждый несет ответственность за себя. И только лишь вы на своем примере можете показывать, как может быть по-другому. И, как я в самом начале рассказывала очень подробно, что такое болезнь, да, как она вообще образуется, как она приходит в нашу жизнь. Так вот, постепенно-постепенно, ну, скажем так, питание у меня одно, я готовлю для всех. И, соответственно, у нас дома нет плохих продуктов от слова совсем. И говорить о том, что это есть нельзя, ну, это не мой вариант от слова совсем не мой вариант, да. Поэтому, когда мужчина видит, и также будет ваш мужчина видеть, как меняетесь вы, как трансформируется ваше тело, какие благости и побочные положительные эффекты происходят в вашей повседневной жизни, то, соответственно, он же это все видит, и рано или поздно человек будет употреблять то, что вы ему предлагаете. Понимаете? Это как бы я отвечаю на ваш вопрос. И еще сейчас вспомнила, что мы кушали все втроем вчера, вот, и думаю, вам забыла об этом сказать. Как еще в дополнение вот ко всему тому, о чем мы поговорили по поводу питания, я использую и применяю урбичи. Что такое урбич? Урбич — это перетертые семена или орехи. У меня всегда в холодильничке стоит кокосовый урбич, черный кунжут, который считается там самое большое содержание кальция для нашего организма. Если выбирать между белым и черным, черный во множество раз богаче по своему составу, да, витаминному составу. Это черный кунжут, это тыквенные семечки, это как профилактика против глистов, которые находятся и присутствуют в каждом. Да, это такой, как антипаразитарное воздействие происходит, очень экологическое и органическое. Так, дальше. Это фундук, перетертый с какао-бобами. Это просто невероятная вещь, причем мне всегда в магазине говорят, что он у нас вообще не продается, покупаете практически только вы одна его, потому что он очень невкусный. Я говорю, люди не умеют его правильно готовить. Сейчас расскажу, как мы его будем употреблять. Вот. И это то, что... А, еще очень полезно, это... Миндаль я периодически покупаю, и всегда есть абрикосовые косточки, потому что это сильнейший антиоксидант, богатый витамином В17. А В17 витамин, он практически его нигде не достать. И вот только лишь в данном виде мы его получаем. Ну, мы же не будем брать эти, да, из абрикосов косточки, раздолбливать его там молоточком. А так нам уже производители
скажем так, дали такую радость и вручили нам «кушайте на здоровье». Так вот, как мы это все употребляем, вот как у нас это все происходит. У нас на столе, на главном нашем, стоит чайная церемония, и каждый вечер мы пьем мятный чай. Попью водичку, прошу прощения. Вот, мятный чай, и стоят урбичи. Так вот, мы берем немножечко медика на ложечку и берем урбич. И кушаем. Например, кокосовый урбич — это Рафаэлка, потому что две конфеты, которые я просто вспоминаю, что они были в моем сознании, это просто сверхсовершенством, так это Рафаэлла и Феррера Рошен, естественно. Именно по этой причине я научилась даже готовить полезный Наполеон с использованием данного урбича. Вот. Это просто блаженство, это очень вкусно. Ребенок впервые, когда попробовал абрикосовые косточки, оно же кислое такое, он говорит, нет, мама, я кушать не буду. Сейчас это у него один из самых любимейших урбичей. И муж точно так же все это кушает с огромным удовольствием. И не просто с удовольствием. Я каждый раз, перед тем, как начать употреблять, я беру баночку, и зачитываю ту пользу и то благо, которое принесет тот или иной вид продукта. И что получается? Это все у нас записывается на уровне нашего подсознания. И так или иначе, человек, который противится, не хочет и говорит, ой, все это фигня и все это бред, я как ел, так и буду есть, и с печенью у меня все хорошо, я всегда говорю, всему свое время. И рано или поздно у человека хоп, и знаете, вот так щелкает, и он думает, так, что-то там было, что-то там люди могли употреблять, что не просто мы кушаем и получаем кайф и удовольствие, но и это еще приносит благость. Вот это, на мой взгляд, самое-самое главное, чтобы... Что такое осознанность? Сейчас так много об этом говорят. Вот просто на каждом шагу мы стали все осознанны. А если человек особенно, да, приходит на индивидуальную консультацию, связанную со здоровьем, да, и мы начинаем прям вот по полочкам анализировать и смотреть его обычный день. А до этого он сказал, у меня идеальное питание, все у меня классно. То мы всегда можем увидеть, где эта осознанность в тот или иной момент времени, она просто храпела. Храпела так, что этот храп был слышен во весь дом, и мы не обращали на него никакого совершенно внимания. Вот, вот это самое-самое главное. Точно так же, как полтора года я не употребляю спиртное, и я помню, летом у меня прям... Внутри возникло желание выпить вина. Вот прям, знаете, такое хоп, и желание. Я думаю, так, хорошо, возьмем бокал. Я взяла бокал, понюхала его. Ну, соответственно, когда возникло желание? Когда у нас произошел зрительный контакт и воссоединение с каким-то предметом, стоящим на столе, да? Я его взяла, я его понюхала. Я вспомнила все то, что происходит у нас с нашим организмом, на чакральной, да, по чакральной системе, что происходит с нашей энергетикой. И, девочки, я вам могу сказать честно, вот в умных книгах и на умных интернет-порталах написано о том, что я даже читала, через 7 дней что-то там вымывается из организма. Врут. Ну, просто тупо врут, потому что я ощутила и увидела, как поменялась энергетическая структура, да, только через полгода. Через полгода. Поэтому, когда произошел такой зрительный контакт на уровне, да, наших рецепторов нюхательных, на... Как только я включила свою осознанность, я его поставила, и, естественно, я ничего не принимала
из того, что изначально, да, это вот как мышечная память у нас срабатывает, когда мы можем или где-то что-то ты понюхал, да, на запах, о, хочу, включилась память, да, просто память. Сейчас как раз только сегодня перед массажем изучала лекцию со своего института, и как раз была тема посвящена памяти и вниманию. Вот, поэтому включается память. Но как только мы в тот же момент подключаем осознанность, мы можем взять и сразу же задать себе вопрос. Мне это будет во благо или это будет в разрушение? Вот это самое главное и самое основное. То, с чем вы обязательно столкнетесь. Или когда вы станете отказываться, да, от этого продукта. Но я вам открою еще больше секрет. Что эти два продукта, они смежны между собой. И их воздействие как на физическое тело, так и на психоэмоциональный уровень нашего сознания. Влияние одинаковое. Одинаковое, понимаете? Это просто, знаете, как мы любим жить в иллюзии, и мы любим очень сильно обманываться. Я в этом плане жесткий человек, я не люблю, ну как бы, я люблю по существу, я люблю видеть, да, когда что-то работает или когда что-то разрушает, и не обманываться, гладя себя по головушке, говорить, что ну один раз-то можно. Нет, мои хорошие, нет. Накопительный эффект. Причинно-следственную связь никто у нас не отменял. Вот. Лекция подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, что все, кто сейчас присоединился, мне напишет обратную связь. И если вы хотите, мы можем сейчас прекратить прямой эфир. Я его приостановлю. И зайду буквально через одну минутку, и мы продолжим. И я уже отвечу на ваши вопросы, если они будут. Если хотите, пишите. Вот, если нет, тогда я буду с вами прощаться. Вот, но хотя обратную связь мне бы хотелось получить. Давайте тогда, я так и сделаю. Я сейчас завершу и перезагружусь.